Поддерживать не только словом, но и делом. Городская дума отправила больше 15 тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Собрали продукты питания, шансовый инструмент, блиндажные печи и многое другое. Ксения Баканова продолжит тему. Это тот самый случай, когда человеческое неравнодушие можно взвесить в тоннах. Из Самары в зону СВО отправили очередной гуманитарный конвой. Собрали все, что так необходимо на передовой. Блиндажные печи, окопные свечи, носилки для переноса раненых и теплые вещи. А еще дроны, радиостанции, шансовый инструмент, лекарства и продукты длительного хранения. Самое главное, наверное, всего перечня, собранные несколько десятков тысяч писем и рисунков. Для наших бойцов. Они здесь пойдут спецмашиной. В общей сложности сегодня мы отправляем в пределах 15 тонн гуманитарной помощи. Но это только первая, так сказать, партия. Инициатором сбора помощи выступила городская дума. Также присоединились школы, волонтерские организации и неравнодушные жители. Это работа системная, бесперебойная, по нуждаемости. А нуждаемость всегда. И тут нет чего-то нового, чего-то старого. Постоянно аккумулируется, в чем необходимость у наших пацанов, у наших ребят на фронте. И все это старается собираться. Загрузили три большие машины. Впереди более 1000 километров пути. Провожали гуманитарный конвой под патриотическую песню «На удачу». А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.